Прежде всего, я хотел бы предложить мои бесчисленные дандават пранамы лотоса стопа моего духовного учителя Нитяга Правишну Вишнупада Аштатарашата Шишимад Бхактиши Руб Сидханти Касай Махарадж и та же лотосная стопа моего Шикша Гуру Нитяга Правишну Парамахамса Привраджакачарья Варя Аштатарашата Шишимад Бхактиданда Шиланарайана Касай Махараджа. И также я предлагаю низкие поклоны всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Вчера мы обсуждали о том, как Видуриджи он встретился с Удавом. Когда Удава он направлялся в ашрам Матри и Риши, на своем пути он встретил Видура. В начале, когда происходит общение, происходит в начале на уровне глаза. И когда происходит встреча, что является самым очень важным элементом встречи? Шрила Прабхупад в комментарии Годи Бхакши, он говорит, что является самым, то, что приносит, что является самым возвышенным, это даршан истинного вайшнава, то, что дарует счастье и совершенство жизни. Когда вы встречаете преданного, тогда с помощью глаз вы можете обрести его даршан. Когда Видур и Удава не встретились, они обрели необыкновенное счастье. Вначале они улыбаются и говорят очень сладостные слова друг другу. Вначале они пожимают руки, обнимают друг друга, предлагают дандават пранамы. И когда это все вместе происходит, вот это особая встреча. Когда один преданный встречается с другим преданным, что происходит? Тогда их тела, их выражение, их лица выражают совершенное счастье и восторг, особый восторг от этой удивительной встречи, которая происходит в этот момент между чистыми преданными. И это имеет от особое качество, когда Удава встретился с Видураджи, они оба были очень счастливы этой встрече. И также мы слышали о славе Удава, который являлся очень дорогим Кришне, он являлся его очень близким другом. И самый дорогой друг Кришны, и он являлся его министром, советником, и он являлся всем для Кришны. И Кришна, он сам лично утверждая, говорил, что он ничем не отличен от меня. Нет никаких качеств, которые разделяют нас. Он совершенно похож. И когда Удава встретил Видураджу, он необыкновенно обрадовался этой встрече. Когда Удава был еще маленьким, он создал особый образ Кришны в Такурже и этому божеству, и он играл с ним, и постоянно проводил вместе
когда Удава, он уже был готов рассказать о славе Кришны, и Кришна сам лично вошел в его сердце и переполнил сердце Удава этим божественным трансцендентным счастьем. И в этот момент, вчера мы услышали первую шлоку, которую произнес Удава, начиная общение с Видурой, он произнес эту шлоку. Что означает эта шлока? Каков смысл? О, Кришна, каким же образом он совершал свои сладчайшие лилы в прокатлиле материального мира, совершенным образом приняв форму? Почему? Потому что когда бы он совершал трансцендентные лилы на уровне трансцендентности Галуки Вриндаваны, как бы люди могли видеть в действительности своими глазами, что происходит? Поэтому Кришна, он совершал навраватлилу в образе маленького мальчика. Он воровал масло в соседских домах в Раджагопе, таким образом даруя им прему в виде этого масла, которое он воровал. Но иногда он проказничал, и иногда даже исправлял свою нужду в доме своих, в Раджагопе, старшей гопи. Иногда он шаловливо относился к их сыновьям, иногда щипал их за щеки, и они горько плакали. И Шри Кришна совершал совершенные лилы мальчика этого материального мира. Это называется нарават-лила. Очень похоже на человеческие игры, которые совершал Шри Кришна в прокат-лиле материального мира. И когда мы слушаем о том, как Шишукадев Госвами начал рассказывать Харикатху, и 80 тысяч святых, которые окружали его в собрании, слушали о том, какие сладчайшие деяния совершал Кришна во Врадже, и все риши, внимательно слушая, иногда они смеялись, выражая этим свои особые чувства, слушая эту Харикатху. А иногда они плакали, и их умы были полностью погружены в этот особый сладчайший предмет сладких лил, связанных с Кришной. И даже если бы эти игры Кришны, с одной стороны, они также являются проявлением мистики, удивительной Айшварии, которая переполнена Мадхурией, и поэтому они очень по своей трансцендентной природе, они очень сладкие и нектарные для ушей слушателей. Если бы эти лилы не имели Айшварии, той, которой обладает Кришна, они бы не были и также смешаны с Мадхури, они не были настолько привлекательны и не имели бы такого эффекта. Поэтому, когда из-за того, что мы пожинаем последствия кармы, и иногда очень много всяких проблем приходит в жизни людей этого материального мира. И поэтому из-за кармы мы снова и снова перерождаемся. Но Господь, Он имеет совершенно вечную, трансцендентную природу. И все, что Он совершает, это лишь только под влиянием Его сварупа шакти, йога майи, лила шакти, которая для того, чтобы пролить милость на своих преданных, Господь, Он пришел в прокат-лилу, чтобы даровать нектар своих прекрасных икор, да, в материальном мире, которая является нарават-лилой. Это самые возвышенные игры Кришны, когда Кришна, Он играет со своими друзьями, пастушками, в своей прекрасной сварупе, что является истинной формой Кришны. Нарават руп, который мы видим Кришну. Нарават пур — это руп, это истинная форма Кришны, которая полностью в своем выражении представлена во Врадже, в своем совершенном, полном и заключительном образе. Шри Кришна говорит, что я являюсь... Он обращается: «Отдай свой ум мне, стань моим преданным». Затем он говорит: «Поклоняйся мне, поклоняйся мне. Если ты хочешь поклониться, совершай намаскар мне».
И если ты будешь это делать, ты обязательно достигнешь меня, что является заключительной шлокой Шримад Бхагаватам. Бхагавад-гита, я извиняюсь. И в этой самой удивительной форме Шри Кришна идет пасти коров в лес. В этой форме Гопа Веш, одетый в одежду пастушка, он играет на флейте. И Навакишор, Натабар, это Кришна, которого красота вечна, вечна, вечна свежая. И она увеличивается, увеличивается. Он всегда Навакишор. И также он... Натабар — это тот, кто является искусным танцором во Врадже. Это сам Кришна. Он всегда в Навакишор, и Натабар, он всегда юнен и прекрасен. И с каждым годом его красота увеличивается и увеличивается до бесконечности. И он совершает сладчайшие игры, полные вот нараватлилы, что заключается. Они ничем не отличаются от истории, которые связаны в этом материальном мире, которые связаны с этим материальным миром. И даже самая маленькая частичка сладостных игр Кришны может заполнить всю Вселенную нектарным потоком и привлечь все дживы этого материального мира. По этой причине Господь говорит сам, что с помощью чит-шакти Он показывает потенцию чит-шакти и совершает эти сладчайшие, изумительные, наполненные трансцендентным восторгом деяния. Каким же образом это происходит? Сам Кришна иногда полностью изумляется, видя эти сладчайшие игры, в которых он участвует. Он сам приходит в этот особый трансцендентный восторг, когда он является свидетелем этих божественных деяний, которые происходят во Врадже. И он, когда Раса Лила, которая является венцом прекрасных игр Кришны, когда Шри Кришна, он говорит, что даже мой ум, он приходит в заблуждение и беспокойство, когда я памятую о Раса Лиле Савраджа Гопе, в своей прекрасной форме, которая является олицетворением совершенной красоты Кришны. Шри Кришна совершает сладчайшие игры в Бали-лили, затем также в подростковом периоде и также в кишоре форме. Он повсюду, во всех своих в этих периодах, он Кришна, когда Кришна, он хотел, когда он разбил горшок с йогуртом, и мама пыталась его привязать к ступе, это сладчайшая лила, она неотразима. А однажды Кришна увидел свое отражение в колонне, сделанной из драгоценных камней, которые сверкали подобно зеркалу. И он увидел этого прекрасного мальчика, и он подумал, кто же этот мальчик настолько прекрасен? И держа в руке масло, он решил предложить ему, и он подошел и протянул руку. Отражение в зеркале также протянуло руку Кришне, и Кришна, он обратился, ты можешь принять масло? И он услышал, и он увидел все то же самое, что происходило с ним в отражении. Он подумал, кто же этот прекрасный, необыкновенный мальчик, полностью находясь в заблуждении, созерцая свою ничем не отразимую красоту. Поэтому он сказал, продолжая обращаться к своему отражению в зеркало, если я тебе там дам это масло, то ты никому не говори, что я тебе угостил этим маслом, а иначе моя мама узнает. А затем он услышал то, что он говорил, он продолжал это слушать. А мама Ешода, она посмотрела, услышала голоса, и она приблизилась и увидела, как Кришна разговаривать своим собственным отражением. И она сказала, о, Лала, с кем ты разговариваешь? И тогда Кришна обратился.
и он пытался в этот момент скрыть все то, что происходило в этот момент, и он спрятался за колонну. И он сказал: «Мама, мама, ты знаешь, у нас есть воришка в нашем доме, а где он? А он здесь, в этой колонии. О, Кришна, он на самом деле...» Да. Мама еще, да, стала подыгрывать. Кришна сказала серьезно: «Ну где же его найти? Где же он? Где ты его видел?» И далее он начал говорить: «Мама, посмотри, это воришка, он похитил масло, это не я, я видела его, он здесь находится». А и тогда мама сказала еще: «Да, ладно, если он украл масло, почему же твои руки перепачканы маслом?» И тогда Кришна посмотрел на эти руки, которые доказывали, что Кришна является воришкой, ему нечего было ответить своей маме. Кришна сам говорит, что, видя свое отражение, он был настолько, находился в заблуждении, настолько он был поражен красотой того образа, который он видел, что он находился в полном заблуждении, что сам Кришна, он не в состоянии был понять свою красоту. Кто был в состоянии это сделать? Сама Шримати Радхарани, которая могла полностью насладиться сладостью Кришны, который обладает этой сладостью, но он не мог понять, в чем она заключается. Но Шримати Радхарани через служение Кришны, она смогла реализовать сладость красоты Кришны. И по этой причине Кришна пришел в этот материальный мир в образе Чайтанья Махапрабху, переняв настроение и внутреннюю бхаву Шримати Радхарани и золотой цвет, чтобы испытать именно свою собственную сладость через сердце Шримати Радхарани. И все, чем, что Кришна украшает себя, на самом деле ему не нужен шрингар, ему не нужна корона, ему не нужна эта одежда, которая украшена драгоценностями, потому что Кришна, он сам является украшением вот этих всех украшений, которые подчеркивая красоту Кришны, на самом деле его красота, она не нуждается даже в этих украшениях. И даже более, красота Кришны, она украшает эти украшения и эту нарядную одежду. И когда, почему Шри Кришна совершает шрингару? Потому что даже без одежды он выглядит еще более привлекательнее. Почему? Потому что одежда не может подчеркнуть действительность и отразить красоту Кришны. Потому что Кришна является средоточением красоты. На Говардхане есть место, один слепой, который полностью не имел никакого зрения, и он своим внутренним зрением он видел Такурджи своим внутренним духовным зрением, и однажды решили проверить, насколько это в действительности происходит, и спросили его Сурьядас, когда они не одели божество, и сказали: «А сегодня ты нам можешь рассказать, насколько прекрасен Кришна?» И в этот момент Сурьядас, видя, и он начал объяснять ему, он был немножко смущен, и он сказал: «О, сегодня Кришна совершенно обнажен, и у него лишь только небольшое ожерелье на шее, но от этого он выглядит настолько прекрасным, как будто бы все самое прекрасное, оно нашло приют в теле Кришны». Когда Кришна встречается со Шримати Радхарани, лишь только
когда это сейчас происходит, Матерь Радхарани, она обращается к Лалите, к Вишакхе: «О, кто этот юноша? Я никогда его прежде не видела». Находясь, имея состояние, которое называется анурак, это особая привязанность, которая является симптомом божественной любви. Когда при взглядом чистого преданного Кришна, он представляется в совершенно новом и новом виде, и он постоянно его красота увеличивается, и когда преданный созерцает красоту Кришны, его глаза никогда не могут быть удовлетворены. Он желает все больше и больше пить этот сладостный нектар красоты Кришны. Но тот, кто находится в облачном состоянии, он не в состоянии этого видеть. Однажды насколько что означает пхуша пхушана? Это эти золотые украшения из драгоценных камней, которые украшают тело, а на самом деле само тело Шри Кришны своей божественной красотой является истинным украшением всех этих драгоценных украшений, которые находятся на Кришне. Хари Кришна.